Волейболисты – спортивная гордость Северского района. Они принесли много медалей в копилку достижений муниципалитета. Это стало возможным во многом благодаря хорошей работе тренеров. Дмитрий Фатияди – тренер-преподаватель по волейболу детской и юношеской спортивной школы. За свои спортивные достижения получил звание кандидата в мастера спорта. Окончил Кубанский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма. Теперь он передает свои умения и знания юным волейболистам, помогает достичь новых вершин. Результаты его работы – чемпионы первенства края, победители зональных соревнований и даже чемпионки России. Больше всего нравится, когда у детей получается, они от этого радуются, то есть и самому приятно, что дети учатся. В жизни каждого спортсмена тренер играет важную роль. Именно он открывает ребенку дорогу в спорт высших достижений.